Из Карелии в Сербию экспедиция русских «Витязей» уже прошла больше 2000 километров по водному пути. Хотят повторить поход древних русичей в Белград и воссоединить разорванную связь славянских народов. Через все города русские, объединяя наш славянский мир, восстанавливая нашу историческую дружбу, идет с приветствием, чтобы вновь возродилась красота и слава нашего великого русского мира. Проект задумали еще в 2011-м. Все время, пока строили 3 ладьи для путешествия, жили на острове, питались только рыбой. Судно создавали по древним технологиям предков. Когда все ладьи были готовы, поднялся денежный вопрос. Меценатов тогда не нашли, но участники экспедиции решили во что бы то ни стало отправиться в путь. Проект благотворительный, мы идем без средств, без одной копейки вышли в путешествие такое. У нас бочка. И вот эта бочка, вот это как пожертвование на поход. Те люди, которые нас встречают, кто хочет, какую 5 копеечек бросит, все это потом на солярочку и на хлеб идет, вот, чтобы обеспечить команду, дружину. Им предстоит пройти еще половину пути. Во всех городах, где останавливаются, они предлагают местным властям проект богатырских застав. Это своеобразный духовный центр для молодежи, где можно изучать древнерусские боевые искусства. Пока демонстрируют навыки юным саратовцам. А если враг сзади заходил, то удар был поражающий сразу двух врагов. Сразу мне. И двух врагов. А впереди еще раз. Ура! И еще раз. Из Саратова экспедиция отправляется в Волгоград. В середине июня планируют добраться до Севастополя. А уже оттуда отплывают в Сербию, где передадут в дар властям ладью славяна. Елена Губенкова, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.